Всем привет, с вами снова компания Атро, и у нас новый обзор надувного батута. Надувной батут, который называется «Парк динозавров». Размер этого батута 11 на 7 метров. Горка у него от земли 3 метра, от подушки 2,5 метра. Смотрите, какой у него классный внешний вид, он стилизован именно под ту эпоху динозавров. Все бортики в печати. Важный момент, что все бортики имеют окна из сетки, так что батут очень хорошо просматривается внутри. Давайте подойдем, посмотрим, какая сетка используется на наших батутах. Смотрите, она очень мощная, армированная внутри с ПВХ покрытием. При этом ячейка у нее мелкая, туда палец не пролезет, поэтому она полностью соответствует ГОСТам. Также на наших батутах мы делаем вот такие удобные клапана, которые можно открыть для того, чтобы сдуть надувной батут. И при этом можно вот так вот зацепить. Смотрите, вам не надо его держать. Оно само держится, молнию открываете, и батут сдувается. Все очень удобно, продумано и технологично. Крепление. Узлы крепления на наших батутах также очень мощные, с двойной стропой, дополнительно усиленные. Рукава для насосов имеют гофру, для того, чтобы можно было поворачивать в любую сторону. Есть табличка и есть вот такой ремешок, который облегчает вам жизнь при подключении насосов к надувному батуту. Также обращаю внимание, что мы делаем много рукавов для того, чтобы вы могли подключить насосы с той стороны, с которой вам удобно. Сейчас мы проводим испытания. Будем прикладывать нагрузку к якорному, к узлу крепления, и проверять, выдерживает оно или нет. Этот надувной батут работает на двух насосах. Один мощностью 2400 ватт, второй мощностью 1800 ватт. Сверху, смотрите, вот такой классный паук. Он хоть и темного цвета, но при этом очень милый. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что у нас там. А внутри мы попадаем на площадку. Здесь очень много игровых элементов. Смотрите, есть вот такие клыки, с которыми можно поиграть. Вот такой вот скалодром. Чем отличается этот скалодром? Смотрите, здесь есть, во-первых, ручки для удобства. Очень мощные ступеньки. И вот эта вся панель, она является сменной. То есть ее можно будет поменять, если вдруг она износится. Хотя наш скалодром не изнашивается и в течение 5 лет. Бортики. Несмотря на то, что все бортики выполнены из сетки, они очень мощные и не падают под нагрузкой. Стоят ровно. Также на входе нас встречает динозавр. Вот такой большой динозавр, с которым можно поиграть. И вот такие яйца. Два целых яйца и одно разбитое. В этом разбитом яйце такой плюс, что можно в него сесть внутрь, как в кресло, и посидеть. И вот такая божья коровка тоже, по которой можно полазить. Здесь у нас вторая часть площадки, где есть вот такие столбики. И вот такой дракон с туннельчиком. На стене расположена вот такая интересная печать. С пауками, с динозаврами. Ну и, конечно, на этом батуте есть горка. Давайте залезем наверх, посмотрим, как там внутри. Здесь мы попадаем на верхнюю площадку. Сверху все закрыто. Все безопасно. И вот такой вот спуск. Горка достаточно высокая, у нее, я говорил, высота 3 метра от земли.
На наших горках мы делаем сменный спуск, который крепится на липучках. Панель со ступенями также сменная на липучках. Вот такой классный надувной батут в стиле динозавров. А еще раз посмотрим, как он выглядит снаружи. Заказывайте надувные батуты в компании Атро. Производим любые аттракционы надувные под заказ. Всем пока!